Уважаемые коллеги, в продолжении разговора с профессором Тапара по поводу дополнительных методов скрининга, я хотела бы сегодня посвятить доклад особенностям томосинтеза. Несколько лет назад был прям такой бум, было много докладов, целые сессии на международных конференциях были посвящены новой вот этой технологии томосинтеза, но сейчас он уже спокойно вошел в рутинную практику и используется для диагностики рака молочной железы. Придуман он был для того, чтобы нивелировать вот этот главный недостаток цифровой маммографии, а именно у женщин с высокой маммографической плотностью, которая относится к типу С и Д по системе АЦР. По данным научной литературы, чувствительность традиционной цифровой маммограммы в диагностике рака молочной железы составляет 63-98% и может снижаться до 26% у пациенток с высокой маммографической плотностью. Что же такое высокая маммографическая плотность? Уже давно известный факт, что ее относят к независимым факторам риска развития рака молочной железы у женщин в менопаузальном возрасте. И частота проявления высокой маммографической плотности в обследованной популяции старше 40 лет составляет 43-54%. Возможно, эти цифры настолько высоки за счет широкого применения гормональных препаратов, заместительной гормональной терапии. Вот вчера был потрясающий доклад Бессонова Александра Алексеевича на эту тему. Высокую маммографическую плотность относится к категории среднего риска. Да? Если генетические у нас мутации BRCA1, BRCA2 – это, естественно, высокий риск, то высокая маммографическая плотность повышает пожизненный риск на 15-20%. Соответственно, тип D имеет самый большой потенциальный риск развития рака молочной железы в 4-6 раз выше, чем при типе А строения молочной железы, а тип С в 3 раза выше, чем тип А. Недавняя публикация в журнале Lancet, 2018 год, было проведено сравнение эффективности томосинтеза и цифровой маммографии. В исследование вошло 14 тысяч пациенток, было выявлено 139 раков молочной железы, ну и ожидаемо высокую чувствительность показал томосинтез 81%, маммограмма чувствительность 60%. Но при том, что значения специфичности у них были сопоставимо высокие, 97-98%. Пропорция выявления рака была значительно выше при томосинтезе. Это 8-7 раков на 1000 пациенток и 6-5 раков на 1000 пациентов при цифровой маммографии. Вот сейчас широко входит такое понятие, как supplemental breast screening, дополнительная скрининговая технология, потому что одна маммография, маммографическое исследование не решает всех проблем. У женщин с высокой маммографической плотностью требуются дополнительные исследования. Сейчас в качестве дополнительного скрининга рассматриваются три технологии. Это автоматический ультразвук, supplemental breast, АБВС, да, вот АБУС, АБВС – это разные терминологии. Одним словом можно назвать автоматизированное ультразвуковое исследование. Профессор Табар нам очень подробно рассказал. Следующая технология – это Abbreviated Breast MRI, сокращенный МРТ-протокол. Его разработала профессор Кюль, и, конечно же, широко внедряется эта технология в Германии. У нас пока, к сожалению, это недоступно. Хотя, на мой взгляд, это, конечно, самая чувствительная технология для выявления рака молочной железы. Ну и томосинтез.
Сегодня мы о нем и поговорим. Томосинтез представляет собой модификацию цифровой маммографии, позволяющую с использованием вращающейся по С-дуге трубки рентгеновских лучей получать срезы молочной железы. Полученная информация оцифровывается, обрабатывается и производится итеративная реконструкция изображения. В результате врач может анализировать как послойный, так и объемное 3D-изображение, полученное после итеративной реконструкции. Преимущество томосинтеза, ну, первое, конечно же, то, что мы можем нивелировать главный недостаток цифровой маммографии, поэтому количество ошибочных ложных результатов при томосинтезе снижается на фоне плотного рентгеновского фона. Исследование 3D уменьшает необходимость повторных маммографий. Во время одного исследования можно провести как 2D, так и 3D углубленное исследование. Исследование одной проекции занимает 4-5 секунд. И в отличие от маммографии, при томосинтезе компримирование сжатия молочной железы значительно меньше, что комфортнее для пациентки. Лучевая нагрузка при цифровой маммографии минимальна и примерно в 2 раза ниже, чем на аналоговых маммографах. При томосинтезе лучевая нагрузка увеличивается на 12-15%. Для сравнения, маммограф с томосинтезом, лучевая нагрузка, которую получает пациентка, от 9 до 30 микрозивертов. Для сравнения, организм человека получает дозу при рентгене легких, это 100 микрозивертов, при полете на самолете до 3, и в результате, естественно, на самолете до 3 в час, и в результате, естественно, радиоактивного фона это 6 микрозивертов в сутки. Этапы томосинтеза выполняются укладки в прямой косой проекции, что и для цифровой маммографии. Женщине выполняют компрессию, аппарат может работать в 2 режимах, как цифровой маммограф, так и в режиме томосинтеза. Прошу запустить видео демонстрации методики. Данные представлены Кишковской Еленой Альбертовной на ее рабочем месте. Происходит замена платформы, меняется платформа для выполнения маммографического исследования и устанавливается платформа для томосинтеза. Хочу обратить ваше внимание, что устанавливаются специальные пленки для того, чтобы улучшить визуализацию. На нижнюю, на верхнюю панель. Пленки обрабатываются и, конечно же, устанавливаются для каждого пациента. Аппарат готов. Краниокаудальная проекция. И вот сейчас обратите внимание, как с помощью пленок будет продолжаться дальше вытягивание молочной железы. Вот сейчас.
что крайне сложно бывает сделать, да, качество крайне околодальной проекции – это визуализация края грудной мышцы. Здесь не сильная компрессия, поэтому пациентке достаточно комфортно. И вот пошла Си-дуга, и идет синхронизация трубки и детектора. Ну и дальше переходит уже к медиолатеральной проекции. Также достаточно эффективным, мало того, что томосиндоз вообще повышает эффективность рентгенологической маммографии, но использование КАТ-систем или искусственного интеллекта, конечно же, также значимо может повысить выявляемость рака молочной железы. Однако вот последние публикации, я не могу сказать, что свежие, но хотя бы годичной давности, которые я просматривала, большинство из них, конечно, сходится к мнению, что использование КАТ-систем и искусственного интеллекта пока значимо повышает количество ложноположительных результатов. Но это как указано врачу, да, куда нужно посмотреть, что нужно оценить, и на мой взгляд, все новое нужно изучать и внедрять в работу. Ну и, конечно же, нужно обязательно поговорить о недостатках. Это увеличение лучевой нагрузки, хотя мы выяснили, что она незначимо увеличивается, и некоторое увеличение времени на обследование, что несущественно при значительно возрастающей информативности. Ну и давайте посмотрим на примерах. 2D-маммограмма, томосинтез, да, улучшается визуализация мелких структур. В данном случае убирается наслоение, суммация тканей. Если при 2D-маммограмме есть ощущение узлового образования, то томосинтез показывает нам, что это наслоение структур. Также и в этом примере мы видим с вами вот это образование, которая в режиме томосинтеза наслоение структур. При определении узлового образования мы можем более четко увидеть границы и структуру самого узла. Данный пример лучшая визуализация участки архитектоники. Вот рядом с металлической меткой, вот сейчас вот опять появится на этом уровне. Да, на фоне рубцовых изменений хорошо видны участки, имеющие лучистый контур. Также здесь при 2D-маммографии узловые образования на фоне плотного фона не определяются. С помощью томосинтеза мы можем визуализировать звездчатый узел. Прекрасное клиническое наблюдение. Тут я B-тип плотности молочной железы. При выполнении томосинтеза в правой молочной железе, верхний наружный квадрант, мы видим минимальное узловое образование, имеющее звездчатый контур. Категория Байратс 5 по данным томосинтеза. Давайте найдем это образование при 2D-маммографии. Вот. Ну и согласитесь, конечно, опытный врач заметит, конечно, опытный врач начнет расследование, но согласитесь, вероятность пропустить такого участка гораздо выше, чем при томосинтезе. При томосинтезе картина очевидна, и здесь будет определена минимальная карцинома. Визуализация микрокальцинатов. По данным литературы, которые я смотрела, как это противоречивые данные. Одни говорят, что визуализация улучшается, другие говорят, что из-за особенностей обработки изображения микрокальцинаты могут теряться. Но здесь, я думаю, это все еще зависит от технического оснащения, от технической особенности аппаратуры. Тоже относится к визуализации участков нарушения архитектоники. Иногда это действительно улучшается, но если очень выраженный плотный фон, то они тоже могут не быть так хорошо видны даже при
томосинтезе. Пример участка нарушения архитектоники, который лучше определяется при томосинтезе. Вот еще клинические примеры. И в качестве вывода использование томосинтеза показано для обследования пациенток с высокой маммографической плотностью, это тип С и Д по системе АЦР, для диагностики образований, которые относятся к категории BI-RADS-3, возможность перевода в категорию BI-RADS-1, 2 и в 4, и при наличии очаговой патологии для детализации контуров и реакции окружающих тканей. Ну и в конце пару клинических наблюдений. Они тоже из практической деятельности Кишковской Елены Альбертовны. Пациентка 54 года. Мы видим плотную, высокую плотность молочной железы. Мы видим участки асимметрии без выраженных, да, каких-то явных узловых образований. Но в режиме томосинтеза верхний наружный квадрант правой молочной железы мы видим цепочку расположенных друг за другом узелков. Да, мультифокальный рак молочной железы. При гистологической верификации инвазивный неспецифицированный рак, люминальный Б, молекулярный подтип. И еще одно клиническое наблюдение. Здесь явная, конечно, участок асимметрии справа, но также без формирования узла. Мы видим в двух проекциях такой выраженный фиброз, да, такие превалируют фиброзные разрастания. Ну и насколько больше информации мы получаем в режиме томосинтеза. Инвазивный неспецифицированный рак молочной железы. Ну и, так скажем, бонус, который я считаю тоже преимущество данной технологии, это то, что биопсия под контролем томосинтеза, она более технически успешна. Ну, соответственно, томосинтез выполняется, когда мы не можем взять верификацию под контролем УЗИ. Это какие-то сложные случаи, очень сложно прицелиться. Ну и, конечно, те изображения послойные, которые мы используем при биопсии под контролем томосинтеза, улучшают нацеливание на зону патологии. Спасибо за внимание.